Всем привет! Меня зовут Азер Хасрет. Я кандидат в депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от 55-го Хачмазского городского избирательного округа. Мы начали свой путь 27 декабря прошлого года. Свои первичные документы мы сдали в окружную избирательную комиссию именно в этот день, а потом получили подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидата. В течение нескольких дней наши ребята, члены нашей команды, собирали подписи в деревнях и в самом городе Хачмазе. Около 500 подписей были собраны, и мы сдали свои подписи в окружную комиссию 4 января сего года. А 8 января сего года я был официально зарегистрирован как кандидат в депутаты Милли Меджлиса. Именно вот сейчас я уже являюсь официальным кандидатом, зарегистрированным кандидатом в депутаты Азербайджанской Республики. Хочу остановиться именно на этом периоде времени и оценить ситуацию. Во-первых, окружная комиссия создана из очень профессиональных людей. Так как мы общались с членами комиссии, с руководством комиссии, мы видели, что они действительно владеют ситуацией, очень хорошо знают свою работу, очень быстро, оперативно реагируют на все звонки, на все обращения и стараются как-то содействовать всем кандидатам в депутаты, которые баллотируются. Потом на территории округа никаких препятствий не было при сборе подписей. Избиратели были очень дружны, и местные власти не создавали никаких проблем, то есть люди могли свободно ходить по деревням, пообщаться, постучаться в двери и попросить подписи избирателей. Поэтому я оцениваю эту ситуацию очень высоко. Это еще раз доказывает, что сейчас на территории нашего округа действительно царит дух реформ, который проводится президентом страны Ильхамом Алиевым. При этом я хочу благодарить всех тех, кто отдал свои подписи в мою поддержку. Благодарить всех тех, кто собирал эти подписи. Я хочу еще благодарить и власти района, нашего района, Хачмазского района, за то, что они создали такие благоприятные условия для ведения избирательного соревнования. Действительно, включая и главу района, и все власти имущие, не вмешиваются в этот процесс. Наоборот, они создают условия для того, чтобы действительно люди могли здесь соревноваться, для того, чтобы самый достойный представлял наш округ в Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. В конце хочу еще раз благодарить членов избирательной комиссии 55-го округа. Они действительно знают свое дело, очень хорошо владеют ситуацией, и эти люди, я уверен, проведут эти выборы на высоком уровне. Как профессиональный политик, я, конечно, верю во всему этому, поэтому участвую во всех этих выборах. В конце хочу поблагодарить всех и пожелать удачи всем соревнующимся со мной кандидатам.